можно, если вы полицейский, вы, смотрите, вы кошмарите людей за какие-то ПДД, которые вы выучили, 11.5, к примеру, и за него вы останавливаете, правильно? А почему вы другие пункты правил не знаете? Конечно. А теперь у меня другой вопрос. Покажите мне, пожалуйста, здесь, сколько здесь полос? 3 смуга рука. Где они? Где они? Размечены. Размечены. Согласно ГОСТа. Размечены. Покажите, пожалуйста. Согласно ГОСТа. Идемте, пройдемся, у меня вроде колено. Когда? Согласно ГОСТа, 41.00, все. Я могу предусматривать только водию. Ну, давайте водию покажем. Согласно ГОСТа, да. Может, колено болит. Давай. На всем на протяжении всей дороги, как он ехал. Покажите, пожалуйста, все полосы. Согласно ГОСТа. А если полос нет, водитель должен сам определить? Нет. Вы знаете ГОСТ на дорожный размер? Вот у меня полос. И как он должен быть размещаться? Чтобы вы понимали, ребята, размер. Это еще, слава богу, вам повезло, что снега нет. А ее нету. А что это такое? Наявность это розметка. Смотри, вот это тоже. 1.2. Привеса линия. Я бачу линию, вот линия розметка. Что значит вы бачите? Вот линия 2. Не, подождите, есть ГОСТ. Есть ГОСТ. Согласно которого должно быть видно. Согласно которого розметка повинна быть. Ну и согласно. И сколько процентов? Менее 30%. Здесь сколько процентов? В проценте может 0. Я проценты не могу заменить за. Я же не эксперт. Ну то есть априори понимаем, что она есть, типа, да. Я который должен быть знать все, правильно? Он не видит ее, потому что сколько полос, сколько, как она размечена, согласно сколько процентов, и ты остановил, правильно? Бачите линию чи нет? Бачите. Не бачите? Нет. Я вам говорю, что у меня слабое зрение, не вижу. Бачите? Нет. Может, он кровати не может там бить? Может. У вас поганый зір. Якщо у вас був наварний зір, то ви бачите. Но он же говорит, что он поганый, он не имеет права водить. Я пытаюсь. Нет, ты что сказал? Если у вас плохое зрение, вы не имеете права. Якщо. Понимаете? Якщо. Разумеете? Он сказал, что он плохо видит. Так что вы может, не имеете права водить? Я спрашиваю. Он может, не имеет права. Ну так правильно, какое зрение должно быть? Слушай, я бачу. Сельфолини розметки чисто. Вот она, одна, другая. Какое должно быть? Вот, открой, пожалуйста, по поводу розметки. Ну, 30%. Как да? Он сказал 30%. Ты уверен? Не менее 30%. Ты уверен? Ты уверен, что тут 30%? Да, он говорит, что 30%. Я уверен, да. Ты уверен, что тут 30%? Да, уверен. Скажите, что еще кем вы приходите? Замначальника райдера. Здесь старший попал, пока я с мероприятием. Зупинили водія даного транспортного засобу, автомобіль Toyota. Ох, там ти що, там шлемами даже приїхали. Ні, ну вони їм сообщили, що здесь дебіли пособирали нормальних людей. Вони були свободні, рухався в лівій смузі. Зупинили, зробити йому зауваження. Що? Ні, давай чесним будь. Та ти тільки що вміняв, блядь, йому правила дорожнього движения, що нарушив. Ні, пускай він правду говорить. Та слышиш, ти йому хотів постанову виписати. Ти правду давай говори. Давай камери пересмотрим, ти вчиш що там. Та ти ролик про смотришь по себя, дебила. Я не відмовляюсь. Я говорю, дебил. А я говорю, нет. А я говорю, да. Нормальные люди всегда нормально адекватно разговаривают. А ты постоянно быкуешь. А как мне, блядь, тебе в колени прыгать или что? Да ты обязан упасть на колени. Понял? Нет, не понял. Да. Я говорю, да. Почему это? Ну, смотрите. Ну, ты балабол, ты редкостный балабол просто. Сними форму, ты позорничал. Собирался разворачиваться. Они меня остановили за... Ты пиздобол просто, понимаешь? Скоростного движения. Я спросил, как вы определили. Я сказал, на глаз определил. Мое лично, я тебе я сказал, хорошо, я вызываю... Адвоката. Адвоката, да. Они сказали, хорошо, отошли, через 5 минут подходят. Уже все, ролики снимают, уже сейчас будет это, вдруг это, Харьковчика. На крик, отменяйте надзор Харьков, по-моему. За что остановили? И дали, что 15 минут на адвоката вам хватит. Я говорю, ну может быть хватит, а может быть нет. Чем это вообще законно аргументировано? Я вызначаю, сколько часов. И все. Вот из этого конфликт начался. Вот они просто, еще раз объясняю, они хотят вменить то нарушение, которого не было.
Я им дебилам объясняю, еще раз говорю, я дебилам объясняю, что человек не нарушал правила дорожного движения. Во-первых, вас не было. Давайте выслушаем в обе стороны. И не тебе поймем, какая ситуация. Ну, все. То бишь, они вам сейчас расскажут, вы им поверите, человеку вы не поверите. Правильно? Ну давайте я сейчас послушаю, какое вы решение примете. Есть мнение людей. Только вы не судья, чтобы решение принимать, ладно? Я сотрудник полиции. Я тоже, как уверен, что он но. Старший человек. Только вы, наверное, же, может, умнее, чтобы я не ошибся просто. Покажи, как каждой ситуации и решить любой конфликт. В этом нет никакой трудности. Абсолютно. Так, ты сейчас понял, что данный водитель немає поле. Не, мы встречаемся вот часто. Чего? Поле в каком случае применяется? Ты тут не придирайся. У тебя нет разрешения, еще раз тебе говорю. Это ваше мнение. 16 пункт закона о дорожном движении. 16 статью, пункт 5, почитай. В каких случаях предоставляется? Мы можем в этой ситуации провести с человеком обычную профилактическую беседу. Не могут они, вы что? Нет. Не спеши. Можем провести профилактическую беседу, указать здесь, если дать человеку возможность в любое время подъехать в управление. Да, вот это будет, да. Углубленно изучить любой материал, когда у него появится свободное время. И на этом исчерпать конфликт. Мы можем так поступить. Мы ему можем, в принципе, вручить. Да, угомонись. До он отказывается его брать. На основании чего? Он не нарушил, еще это раз говорю. Мнение. Наше мнение другое. Еще раз говорю, он не нарушил ничего. Вы понимаете, еще раз, я вот вы говорите, мы да, можем спокойно это разбираюсь. Так а вы говорите, да, вручать ему поведомление. А с какого хера? Он не сказал. А не, нам нужно постановить. Приглашение в патрульную полицию. А? Приглашение в управление патрульной полиции. А мы у тебя будем чпокать. Он не нарушил, рада, еще раз говорю. Это ваше мнение. А тебя будем чпокать. Я тебе из петуха сделал, я тебе сделаю. Не надо никого оскорблять еще раз. Вижу, что там фото-видеофиксация, какие-то доказательства. Ты кто? Утка. Угоните права. Ты кто? Ну, зачем? Зачем спорить, если нас разделят же доказательства? Какие они доказательства? Что ты сюда пришел, провокатор? Блин? Иди отсюда. Да ничего. Ты что, за мусоров или что? И посмотри на себя, лечись. Я вам показал. Во всем адвокат приехал, я показал достаточную степень. На видео я вам сказал, что поверьте, вот уже права у меня про себя есть. Я показал, сколько вы времени здесь. Они его держат уже больше двух часов. Ну, я думаю, достаточно человек натерпелся для того, чтобы понять, что... Нет, им недостаточно. Нет. Я же не вам говорю, я им говорю. Я предлагаю провести профбеседу спокойно. А можно мы профбеседу тоже с ними проведем? Отдельно проведем. Не надо этого делать. Как это не надо? Почему? А какую это профбеседу, если он не нарушил? Какая профбеседа, если он не нарушил? А они нарушили. Полицейский нарушил. Я вот Ландер снимал, когда они меня установили. А ты уже постанову херячишь? Да, мне уже там что-то пишет. Постанову уже херячишь? Мы сейчас находимся во время рассмотрения дела. Ты постанову херячишь? Ну пиши, пиши. Ну пиши. А? Да не, мы потом, блядь, отжарим вас. Просто вы чмыри сегодня покатаетесь, блядь. Да ну я тебе говорю, покатаетесь. Почему ты? Понимаешь, чистый галимый мусор. Чистый галимый мусор. Ну ты мусор галимый. Послушай, нормальные полицейские понюхали человека. Трезвый. Посмотрели, проведи. Да на основании чего он тебе должен? То, что вы тут стояли на лопате, останавливали всех подряд? Я говорю, вы всех подряд останавливали. А что у вас тут случилось? Что у вас тут случилось? Конечно, мне доведут, что тут случилось. Тут гонок, во-первых, не проходило, если ты хочешь сказать, гонки там проходили. И сегодня их не было. Да, я останавливал. Но не останавливать всех подряд. Не останавливай! Я всех подряд не останавливаю. Есть видео, где вы всех подряд останавливаете. Говорю, что они всех подряд. Будет письмо и пояснение давать? Он устный уже дал. Устный я уже дал.
Якісь клопотання будуть від вас на це насправді? Да, йому нужен адвокат, он ждет адвоката. Адвоката ми вже чекаємо час 30. Чимось передбачено законом? Час годин 30 хвилин. Ну, ждемо адвоката. Ну, ми вам надали 30 хвилин, тому що приїхала адвоката. Ви задзвонили з адвокатом. Ви відказуєте ждати адвоката? Да, ви скажіть, відказуєте? Відказуєте ждати адвоката? Я приймаю рішення, як іспити патрульної поліції. Ви чітко відповідьте, ви відказуєте ждати адвоката? Я прочекав адвоката час 35 хвилин. Ви чітко скажіть, ви відказуєтесь? Я, да. Отказуєтесь, да? Отказуєтесь від адвоката? Отказуєтесь від адвоката. Ми вам надали. Тобіж 268-ю ви не реалізуєте. Ми вам надали достатньо часу для того, щоб приїхав. Ви відказуєтесь? Скажіть, будь ласка, ви відказуєтесь? Я розцінюю той факт, що ваш адвокат приїхав, не приїхав, точніше, сюди. Він їде, тобі сказали, він їде. Відповідно, скільки ще треба часу, щоб він приїхав? Ну, часа два ще. Я не можу чекати. Два часа ми чекати. Він може чекати. Ти його, тобіж, ви йому відказуєте. Ні, не відмовляю. Ждем адвоката. Ну все, ждем адвоката. Здесь вы стоять можете несколько часов, а к адвоката вы подождать не можете. Слышь, ну пусть уже на крысу выпишет, все. Пусть. Давайте свои части введем, шановные громадяне, на... Да ничего, все нормально. Пусть на крысу выписывают, пусть делает... Что, мне интересно, как вы определяете это? На глаз они сказали, на глаз сказали. Ну каким? Я просто, может, я знаешь, как говорится, ну хуй себе носи, собака жизнь. Ну, да, я вопрос задал. Я сказал вчера. На глаз они определили. Мы выяснили. Данный автомобиль рухает по профилю Валандау с швидкостью руху, яка больше 40 км за годину. Это визуально, но не зафиксировано на прилах. Вот в чем разница. Визуально я руководствуюсь своими здоровыми возможностями, побачив, что данный автомобиль рухается швидкостью больше, ніж 40 км за годину. Зафиксировать это я не могу. Більше 40 км за годину. А здесь 40? Так это просто можно визуально. А где здесь 40? Мне кажется, он сейчас тоже стоит больше 40 км. Давайте его научите, пожалуйста. Мне тоже кажется. Ты понимаешь, что ты сейчас вот превышаешь свои полномочия? И он двигается тоже, соответственно. Ну все, не вопрос. Не вопрос, старик. Не вопрос. В судовому порядку. Теперь мы посмотрим, кто на этой машине сейчас поедет. На вот этом Outlander, который с разбитым лобовым стеклом. Посмотрите, это ваше право. Ну все, посмотрим. В данный час, водитель, клопотания будут? Да, он тебе дал в уст. Скажи, в устном порядке даешь, что я хочу воспользоваться адвокатом. Я сказал еще раз, я ожидаю... Адвоката. Хочу адвоката. Воспользоваться. Воспользоваться правом, своим правом, воспользоваться услугами адвоката. Мы чекаем данного адвоката уже час 35. Так ничем не законом не предусмотрено время ожидания адвоката. Я вам еще раз прошу, сколько вам треба хвилин, чтобы он приехал? Не знаю, пока ну вот сейчас пока он не приедет. Вы же не созванивались? Вы да, при нас конечно, не созванивались? Конечно, я созванивался. Да. И он сказал, что он едет, едет с холодной горы из вашей дороги. Да, это записано на видеорестрадо. Да, едет с холодной горы. Едет с холодной горы, да. Только с какого города, ты уточнил? Да, и общественный транспорт там. Ты уточнил? О, на метро же добирается. Даются вам еще 13 хвилин для того, чтобы он приехал. Ты время еще ограничиваешь. Вы ограничиваете мне во времени? Отмовляю вам. Вы отказываете мне в реализации адвоката? В том, что ваш адвокат не приехал на протяжении 2 часа. А где это прописано? Где это прописано? Это будет изложено в рапорте, который будет приложено до материала справы. А рапорт это является доказом? Це не доказ, це матеріали справи. Какого матеріалу? Матеріали справи. Ну так зараз ознайомтесь зі всім НПА. Зараз. Зі всіми матеріалами. Я конкретно вас нічим ознайомити не буду. Давай, ну ознайомте мене. Поліцейський. Да, да. Ознайомте мене, пожалуйста. Windows 95. Розшифруйте, що таке НПА. Нормативно-правові акти. Ну, закон про поліцію є. Нормативно-правові акти. Ну, ознакомливайте его с нормативно всеми, которые у вас имеются. Конкретно данному водию было сказано, что есть статья 35 закона про нас полицию, где прописаны выпадки, в которых полицейские патрульные имеют право зупиняти транспортные засоби. Нет, это не телохранитель, это его тёлка. Статья 35 закона про нас полицию. Что он по ПДД нарушил? Так вы с НПА, с закона про нас полицию просите, чтобы его ознакомили, или с правом дорожного руху? Объясните конкретно с чем. Выходи, бляха, где таких дураков набирают? Я не знаю. Не, ну вы скажете НПА. Да. Конкретно что, с чем? Хорошо. Закон о полиции. 31-я статья, часть 2-я. Ознакомь, пожалуйста.
фиксации. Еще раз объясню. То бишь ты к нему. То бишь к нему. Смотрите, он только что сказал, что у него будет рапорт. Это ж материал справа. Нет, сейчас нужно ж. Да ты что, только что сказал? А кто тебя останавливал вообще? Вот это полицейский. А рассматривают другой, да, правильно? Да, рассматривают. А, это нормально так, да? По 12.95 это нормально, мы, да? Мы заходили вдвоем, поэтому... А кто видел его нарушение? Кто видел? Я бачу правопорушение. Глазами своими? Своими глазами, да. Красавчик, молодец. Бачу, своими глазами. Все. То бишь, это ты в суд принесешь свои глаза? Конечно. Но то, а ты придешь? Слышишь, а ты придешь в суд вообще? Если буду находиться в городе Харькове, то приду обовязково. Придешь? Мы сделаем так, что в Харькове будет. Без пытаний. А если не придешь? Бывает, ну, как бы ситуации вызывает, там, искать, то в Балаклею, да, там, ну, Парвенкова, то, да, вы туда уже заезжаете, да? Сложно добраться, сложно. Да? Тем более сейчас карантин в стране, ну, сложновато. А я даже сложновато поеду, привезу. В Ровенскую область, вы ты ездишь? Сложновато сейчас добраться. Ну, да, ездишь или нет? Нет, конечно. Так а зачем ты тогда вот кидаете, что вы везде ходите? Не, я сказал четко, если в Харькове... А я уже тебе, твоим словам, я не верю. Вот все. А как ты его личность установил? У меня еще такой вопрос. Они как, они машину просто пробили, они сзади а стояли и пробивали. Посвященный водитель свой показывал? Посвященный водитель я показал. Я не показал, я не, с вами подожди, вот так вы вот нам показали посвященный водитель? Тут уже вы противоречили. Не доставали. Так а машина же для тебя, такой, как если тебя показывали посвященный водитель? Фамилию его, да? Фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения. Предъявы, категория Б побольше. Еще вот так вот держал, да? Показал, братал. И ты все запомнил? Смотри, вот это удостоверение. Зрение хорошее, говорю. А машина на тебе? Не, на него. А. Ну все, пусть пишет. Уникальный. Это я не знаю, это хуже, чем уникальный. Вас, лишь за вас такого даже замначальника райотдела уже не вписывается, потому что понимают, что вы такие тугие, что просто ужас. И позорить машину не хочет. Закрыла? Настоящее звание полицейского. Короче, я так понял, случилось следующее. Остановили просто так, да, тут не получилось оставить сразу, да? Да. Сейчас уже на принципе. Сейчас на принципе. Да пусть идут. Да какой принцип? Слышь, ну вы сейчас посмотрим, как вы будете составлять на лобовое стекло, которое разбито. Я бы не составлял на человека, если показывал документы и все. Так он тебе сказал, а, то бишь ты решаешь, то бишь ты решаешь. Ты ты сказал, что он показал. Он же сказал, что он показал. Так подожди, так ты балабол или нет? Нет. А, так подожди, он же показал в натуре. Так ты только что сказал, что если бы он показал права, я бы его отпустил. Ты что, слышь, ну ты уже опять начинаешь. У нас же была ситуация, как ты по-пидорски уходишь в сторону. Что это по-пидорски? Ну по-пидорски ты уходишь. Ну что это по-пидорски? Да ну чисто ты сливаешься. Я не составляю. Так а что ты туда вписываешься, что ты отпустил? А? Ну что ты говоришь, что ты бы отпустил? Я составляю материал сейчас. Так а что ты там вписываешься? Я говорю, составляю материал. Я тебе спрашиваю, что ты туда вписываешься, что ты бы его отпустил? Ну что ты туда кидаешь такими фразами? А что ты видео доказы показывал, если ты не рассматриваешь? Да, если ты не рассматриваешь. Вопрос такой, смотри, видео доказы у него, а рассматривает другой. Он же обещал на суд приходить, только что шмель просто уходишь послушать. Забери их. Старик, вопрос еще, смотри. Видео доказы у него, рассматривает он. Ну да, доказы рассматривает он. Для красоты. Да. Сейчас интересно. И он говорит, что он бы отпустил, если бы показал, но он показал. Что это же дилемма какая-то. Не, просто интересно, где то, что нарушил. Я не могу понять. Ну, кто оценил доказать? А? Кто доказать? Так ты оценил, чего он оценил? Ты оценил, не я. Так ты сказал, что ты оцениваешь. Нет, ты там сказал. Я только показал на доказы, и все. А оценил вот инспектор. Ну, а ладно, что ты вписываешься все туда? Ну, вас много, он один. Что он значит, подожди, ты да и вас немало. И вас много, подожди. Вас очень много. Он был один, а у вас сколько было? Два человека. Вы уверены, что у вас двое было? Нема два человека. Ты до четырех считать умеешь? У тебя еще было с тобой три человека. А сколько вы слышите? Это? Вы слышите, говорю, что с ним что? Говорю, два ты человека слышишь? А? Два человека. Ладно, пусть выносят постановку. Пускай выйдет водитель заднего сиденья.
А что такое? А что вы блокируете машину? Ну, зачем водитель? А что ты стал перед машиной? Что ты стал перед? Ты препятствуешь? Не, не препятствую. Ну так отойди тогда в сторону. Она, видишь, она уехала. Ну все. Пацана едет в туалет, а он ему еще начинает что-то рассказывать. Подъехал, на пол фишечки показал водителя, да? И все, и уехал. Кто сошел? Так а зачем он нужен? Он же так может... Паджеро. А, Паджеро сошел, конечно. Обоссаться, вас увидеть и сразу обоссаться. Просто голимые крысы, которые на крысу выписывают постанову, а потом человек бегает и... Так выписано. А? Не выписал же. Да пусть выписывает. Ты что думаешь, что ему так с рук сойдет? Или он тут бога включит? Я думаю, не выписал. Мы же не видели. Да ну пусть выписывает. Ты, а ты, ты знаешь, штраф 255 гривен, это такое-то херня. Поверь. На кого выписывать? Нету на кого писать. В смысле некого? Или хватит, по-моему. А где человек? Везли вы его. Кто увез? Да ваши знакомые. Кто увез? Кто увез? Давай, с места рассмотрения дела. С места преступления, скажи. С места рассмотрения дела. С места преступления. Так, успокойся, что ты кричишь? Замолчи, утка. Ты, я повижу, что ты за них. Конечно, за них. Ворвался здесь движло, ну, начинаешь смотрю, рассказывать. Смотрю, что какие-то, блядь, провокаторы приехали. Провокаторы. Провокаторы у тебя толкать. На лице, понимаешь? Что там, что делать будем, инспектор? Я просто не знаю. Я не буду... Да что, сейчас человек сейчас подойдет и будет куда-то еще тут час вам или больше. Если он подходит, ждем его. Сейчас у нас 23. Ждем его 5 минут, если не подходит. А, то что делаем? Да так выносит, и давай, все нормально будет. Так подожди, а он обязательно нужен? В смысле закроем? Человек нарушил. Адвокат должен 2 часа уже, ну серьезно. А сколько он запрещает? Ну скажи, ну что это такое? Я уже вам отвечал на вопрос 3 раза. Не, ну подожди, не ответь. Законы не выписывают. Короче, друзьяки, вот такая вот петрушка, вот эти торовцы, которые даже не понимают, что такое ПДД, хотели вменить человеку то нарушение, с которым он не согласен, и он даже не совершал. Ну, теперь заднюю дают. Теперь посмотрите, сколько людей собралось. Вот, вот, вот. Из-за некоторых идиотов. Согласно 9-й статье закона национального. Кирилл, отпустите, пусть выписывают постанову, то и мы разъезжаем. Я ж не запрещаю. В смысле? Водияж на мае. Кого кто увез? Водияж, мы сказали. Кто увез? Скажи, пожалуйста. Я не знаю. Какой джип? Прадо. Какой Прадо? Не знаю. Какой Прадо? Паджеро. Кто кого увез? Еще раз объясняю. Я не знаю этого человека лично, потому что он мне не представлялся, за рулем был водитель. А он тебе обязан представиться? Нет. Я же говорю, что я не знаю. Кто. Так выписывай так, ты можешь ему так вынести. Да, да, говорю. Нет, говорю. Я говорю, да. Я говорю, нет. Ты как командир самый умный, ты можешь это сделать. Так а что его отпустили? Зачем? Ну, водитель. Идите, значит, эту машину догоняйте. Плохо, да? Давайте, объявляйте розыск. Страну довели. Прикинь. Ну это ж не повод. Довел, да, полицейский? Ну повестка вышли. Повестка? Повесткой? Конечно. Ты повесткой вышли? Запрошение я ему вышлю в управление патрульной полиции. Запрошение? А каким нормативно-правовым актом это предусмотрено запрошение? Отлично, все. Чтоб ты понимал. Вы получите сперва законы, а потом будете что-то кому-то высылать. Хорошо. Ты знаешь инструкцию 13... Что, все? Все, сливаемся. Что, крысы сливаются? Нет, нет. Вы еще здесь остаетесь. Теряйся, давай. Крысы сливаются? Нет, вы еще здесь, по-моему, остаетесь. Теряйся. Теряйся. Сейчас посмотрим, кто на вот этой машинке поедет. Вы же отреагируете на нарушение? Но у него разбито лобовое стекло. Пацаны, мне надо, чтобы мои курочки здесь стояли. Давай, чтобы не найти, особенно тебя, кстати, очень любят здесь почему-то, я не знаю. А, именно. Слушай, старик, ну, именно он всю кассу портит. Ну, как бы
Нема водія в даний час. В смислі нема водія? Нема. А ти уверен? Поищи внимательно. Та випиши на кришу. Ні, на кришу не. А как, подожди, даже смотри, если ты запрошение пришлешь кому-то, неизвестному кому-то, ты хочешь сказать, что ты сделаешь это в рамках закона? Я не сказав, що буду його присилати. Я сказав, що можливо пришлю. Может, не пришлю. Действуй. Мы хотим тебя просто... В данный час розгляд справы. Старик, то бишь, я думаю, так действуйте, едьте, ищите его. Вы можете по рации сейчас передать? Давай. Передавайте по рации. Поедем искать. А вон, по-моему, вот он. Вон он, по-моему. Вон, смотрите, он в этом, машину садится. Именно крысы галимые. Галимые просто крысы. Ну, вон, машину садится. Нет, это не он. А вы уверены? Да, лицо не его. Что значит лицо? Зрение сколько? А где ваши брезовики на Outlander'е? 10 из 10. Где брезовики? Единица. Полицейские, где тут брезовики на Outlander'е? Вы знаете, что они должны быть? На подсветке. А, слушай, одна лампочка стоит. А что у вас, техническая неисправность? Все, старик. Устраняете? Они пробиты. Поедем устранять. Что тут две работают. Вы уверены? 100%. Вы уверены? Написано, номерный знак повинен номерный освітлений быть. Вы уверены, скажите, да или нет? Да, открывайте ПДД. А, 31 пункт. Опа. Открывайте ПДД, 31 раздел. Тип, колір, розміщення. 31. Ми їдемо його устраняти. Так вон он поехал, вы что, идиоты или что? Поехали. Смотрите, кто не успеет. Так он уехал, только что говорю. Пускай едет. Так он же ж нарушил. Так, пускай не нарушает. Это не он уехал, это другой человек. А чего ты уверенный такой? Потому что я знаю, куда я. Да как ты можешь знать, что это не он? Вот так вот, я видел, кто садился за руль данного транспортного средства. Галимые крысы, просто галимые крысы. Просто галимые крысы. Галимые крысы. Галимые крысы, особенно ты. А что это? Я тебе еще раз объясняю. Почему? Потому что так как ты себя ведешь, не ведет ни один полицейский. Как я себя веду? Ты на себя много взял полномочий, понял? Нет. Немножечко мы тебя спустим. Я обычно себя веду. Ты уверен? Я тебе говорю. Я говорю. Конкретно я тобой займусь. Хорошо. Понимаешь? Понимаю. Все. И поверь, приложу много усилий и денег. Ты потеряешь просто время. Ты уверен? Старик, да угомонись. Мне вообще плевать на мое время. Я для людей это делаю. Для людей. А ты против людей. Я тоже делаю для людей. Что ты делаешь? Продержать человека 2 часа и не довести дело до конца? А если он уехал, ну что? Я там заснял, он видит, я тебе буду представляться. Нахуй посылаю. И тоже только одно вам. А зачем ты его нахуй послал? Вот это за статус у меня. Будь добр. Не, не он. Кто тебя послал? Вот это вот, второй. Пошли туда вообще. Да, это можно. О, вот это красавчик. А зачем ты его нахуй послал? Не посылал я его. Заснято. Ну, вроде, напишите на меня жалобу. Кто? Конечно, ну, представь. Конечно, напишусь, конечно. Я же этого и хочу узнать, на кого писать. Слышь, вы как медсестры сидите в этих масках. Как тёлки. На вечности только не надо приходить, хорошо? На вечности не надо приходить. Ну, вам же ж можно материться. Да, я не увидел. Ну, я же буду только что ж показал человека. Нет, я так он даже не прочитал. Я кто? Смотри, оно посвяти. И слух. Пономаренко, Артур, Олександрович. Олегович. Олегович, извиняюсь, а что там еще? Командир или что? Нет. Я не вижу просто. А ну включите свет. Тут куда подсветит, я ж. Инспектор? А, инспектор. Все. Пономаренко. То бишь вы не посылали его нахуй? Нет, никто не посылал его. Говорит, нахуй он нужен, говорит, поехали. Скажите, пожалуйста, а у вас есть правопорушение? У вас трещина на лобовом стекле? Проблесковый, поедем. У вас нету разрешений? Что? А вы уполномоченного особо проверяете наше? Товарищи полицейские, вы же уполномоченные проверить у них. Будьте так любезны. Ну так не выше. Ну так не берите на конфликт, говорю еще раз. Не берет вас на конфликт. Признайте, блядь, свою вину. Кто вас берет на конфликт? Моя вина лично. Ну можно так и есть. Моя вина лично в чем? ПДР написано, что нельзя. Так а что ты пацану мост тогда дрочил? Не дрочил? Нет. Все, отойди, нам надо ехать. Ваше благо, что, блядь, карантин этот гребаный. Закончится, мы надеемся.
Да, блядь, у... Вот с ноги, бо, да, зашел бы в машину. Ну, и благо, что... Аккуратно, люди стоят, на ногу наедешь, дебил. А ты нахуй посылаешь, тебе все равно. А что подсветка номера не горит? Все выговорились. Одна лука. Их один комплект на двоих. Поделились, у нас вообще не горело. Народ, в общем, мы увидели этих дебилов. Вот это главный ихний дебил, командир взвода. На меня в суд подашь. А? За то, что я оскорбляю. И вы на меня тоже в суд подадите. Или жалобы на меня напишите. Я жалобы буду херячить на тебя, понимаешь? Понимаю. За твои поступки. Понимаю. Посмотрим. Как ты себя ведешь? Как я себя веду? Так как, ты себе власть привел? Нет, ни в коем случае. Вы что? Ты человека продержал 2 часа. За что? Был відкрит розгляд справи. Не было відкритого розгляду справи. Это ваша думка. Это ваша думка. Понимаешь? В общем, друзья, все, девчонок мы отпускаем, пусть едут дальше, стоят на другом месте. Ну а вы знаете, что делать, ставим лайки, подписываемся на канал. Все, пока.